Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы пойдем... Нет, не на босса. Мы пойдем на... Красный дроп. Почему? У меня проблемы были с сердцами. Короче... Даже не проблема с сердцами. У меня проблема с аркозухами, а точнее с их присутствием на карте. Они просто-напросто закончились, а кожу с аркозуха надо откуда-то выбивать. Такая вот фигня. А завтра мне серию нужно выпускать. Поэтому пойдем на красный дроп. Как минимум еще по той причине, что сердца у меня тоже закончились. Вот этот сарказух в стене забаганный, вот этот сарказух в стене забаганный, вот этот сарказух пошел в жопу, толку мне от него ноль, так как что? У меня всего лишь 23 кожи, или 24, а мне нужных 30. Ну и сердец мне нужно 300, шуточка про тракториста, а вот у меня 158. Такая вот фигня. Что в итоге мы получаем? Ну, на красном дропе я, кстати, когти, у меня 31 было. Я думал, мне когти нужно лутать. А вот оказалось когти с тем, чем не ожидалось. Но пойдем на красный дроп. Будем, во-первых, я его ни разу так все еще не задефал. Сначала думал вызвать всех так же, как раньше, но нет. Возьму Диадонга. Поставлю диадонг, давайте его хпшечку прокачаем. Поставлю его в, ну, под щитом. Надо будет, кстати, щит сделать или найти, куда я его положил. Вот, поставлю его под щитом. Призову всех самок, чтобы он, они были за ним бежали, а сам был на самце. Почему на самце? Чтобы у меня был постоянно, то есть всегда кто-то будет, какая-то самка будет рано тусоваться, то есть у меня будет всегда хорошая защита. Вот, поэтому, ну, короче, я просто офигеваю того, что, то есть я уже собирался идти на босса, но такая вот жопа случилась. Ну да бог с ним, зато посмотрел, что мне вообще нужно для того, чтобы... Че я ищу? Я не помню, что я ищу. Что мне нужно для того, чтобы убить босса, то есть как убить босса десертного босса, так вот, знаешь, праздничный человечек. Вот, пустынного босса, что нужно, ну, извиняйте, сорян, народ, в следующем году обязательно убьем. Да, уже так можно сказать. А, в следующем году дела свои доделаю, потому что что? Правильно, Новый год, он уже на носу. 31 декабря, и надеюсь, я это дело все выпустил, как положено. Поэтому отвлеку вас ненадолго. Хочу поздравить всех, во-первых, с Новым годом, с рождественскими праздниками и в целом с тем, что год заканчивается, а самое главное, все проблемы 2021 года, они уходят назад. Да, они некоторые переместятся в 22 год, но да, бог с ним. Самое главное, что мы живем, как говорится, живы, живем и будем жить. Дальше. Такая вот незамысловатая речь, пожалуй, достойна этого года. Так, короче, чё, погнали я искать. Горцину поискать, что где как. Давай весь корм, короче, я вкину в тебя. Пускай он будет у тебя. И сразу же сделаем вот так. Кстати, подожди, Диадонг, ты уж у меня есть? Да, есть, отлично. Сразу же сделаем пам-пам-пам-пам-пам. Вот, то есть они все будут сразу же идти за Диадонгом, далеко отходить не будут, и все будет хорошо. То есть я их сразу же призову. А, за тэк-щитом я ходил. Все, короче, беру тэк-щит, беру птера и полетели искать фиолетовый дроп. Я, наверное, опять сказал красный дроп. Фиолетовый дроп, естественно. Самый жесткий дроп почему-то фиолетовым считается. Вот такой вот маразм. А, кстати, в постройках у меня. До сих пор не понимаю, в чем прикол. Название его фиолетовым. Не, так щита не вижу. Видать, тоже сломался.
Ну, что я могу сказать? Во-первых, я жестко протупил. Я не знал, что нужно останавливать волну. Я просто смотрю, седьмая волна. Остановить защиту. Такой, чего? Защиту остановить? Какого фига? Это первый рофил был. Добрать не могу, потому что щит восстанавливается. Окей. Это первый был рофил. Ну, и во-вторых, просто посмотрите, сколько всего мне надропалось. Ну это прям кайф, это прям офигеть. Вот особенно 1000 жемчуга, конечно, это прям меня удивилось очень сильно. А, что тут у нас Исёдил? Исёдил вроде бы даже что-то на Рекса выпало. Да, то же самое, что у меня. Но вы сами видели, какие я сюда намаздрячил, так что в этом плане все хорошо. Самое топовое это вот, собственно, из-за этого я решил, что раз волна уже началась, так думаю, нормально, пойдем альфа-зубы выбивать. Там вроде бы мне нужно 10 зубов, но я не помню. Там вроде бы по 10 зубов надо на каждую это, на каждый призыв, то есть их нужно будет 30. Ну, в общем, фиолетово я по дефу еще изрядно. Конечно, да, греблись. Чуваки прям конкретно греблись, тут не поспоришь. Давай их всех призовем. Шестой. Второй, пятый. Чё там? Алло? Где там? Это четвертый у меня там тусуется. Ну, хорош. Так, четвертый нормально, шестой нормально. Кто-то прям конкретно у меня огребся. Третий, вот второй у меня конкретно огребся. И пятый конкретно огребся. Но опять-таки же, если что, то есть у меня уже готов был вот такой план. То есть я врубаю и хиляю. Но, сами видите, что-то с хилом, короче, здесь как-то не очень, с одной стороны. С одной стороны. А с другой стороны, вполне неплохо так с хилом. Ну, да что ж, а хил-то неплохой. Хил прям босявый, я вот так сказал. То есть, учитывая, сколько у меня здесь киблов, это прям вообще огонь на масс. Хватит полностью отхилять их. Конечно, да. Ну, велик у меня накачался прям... Ох, я рад, не нарадуюсь. Честно, я думал, я буду на Рексе, вот это все, как вначале говорил, но сами увидели. Я просто не знал, что сделать с вивами. Я понимаю, что либо я, короче, их стреляю, а велик еще имеет функцию его, то есть шипы имеют функцию. Ты стреляешь по летуну, и он садится на землю. Просто стреляешь в виверну, появляется такой желтенький кругляшочек у него над головой, и виверна сразу же садится на землю. Ну, а там уже дело за малым. Просто они раздербанивают все это дело. Так, нефиг нафиг. Конечно, металлоконструкция это очень хорошо, я их просто раздербаню на ресурсы, и мы получим то, что нужно в плане ресурсов, вот, так что это уже очень хорошо. Отправим сейчас на базу и посмотрим, что вообще я получу по ресурсам с этого всего. Вот в итоге, что мы имеем. Из того, что на мне я поменял штурмовую броню поставил. То есть, во-первых, у меня теперь вся штурмовая броня. Вот. А во-вторых, она немножечко получше, чем моя метал броня. Вот. И седло для Диодонга. Ну, броня 30. Но все равно хоть что-то. Вот. Ну и так, всякая фигня, всякая по мелочи. Давайте уже смотреть, что мы из этого получаем. И грин... Оу. И еще разочек, чтобы раздербанить абсолютно все. Ну, я что могу сказать? По металлу просто офигенно. Учитывая, что мне приходилось сейчас просто перед вот этим всем бегать, лутать металл, чтобы он у меня был. И хоть как-то, хоть что-то. У меня просто не хватало на щит, как бы, ресурсов. То это просто кайф и что-то с чем-то. Экс, депозитим все. Отлично, просто супер. По металлу 12 тысяч это прям вообще кайф, то есть уже хоть что-то, хоть как-то. Что самое главное, это альфа-тиранозавр когти. Когти же, да? А, зубы. И сердца, то есть мне еще нужно будет, я думаю, еще один фиолетовый дроп я потом слутаю.
И уже, собственно, на босса я смогу пойти нормально. Блин, там же на альфача еще нужно будет тоже сердца. Ё-моё. Ну, значит, еще раз на босса схожу. Что еще могу сказать в этом плане? Да не сюда, господи. Сейчас заодно сразу же глянем, прав я или нет насчет того, что мне нужно будет 30 этих зубьев. В целом, вот с такой бесконечной защитой, кстати, мне очень повезло. Мне очень повезло с местом. Во-первых, они, я думал, со скалы, то есть снизу вверх подниматься не будут. Они поднимались. Это во-первых. Ну и во-вторых, очень повезло с местностью. Не все диносы поднимались. То есть, к примеру, стега они не могли подняться. Так, никого на всякий случай проверить нету. Стега не могли подняться, и вот такая вот жопа. Так, 5, 10 и 10. Отлично. О, 300 сердец прожженных. Да ну нафиг, титанобо. Яд, это понятное дело. 30 сердец пораженных, да, о, 300, точнее, 300, и здесь 150, да, ну нафиг, ну ладно, фиолетовые лучи, я теперь могу лутать. Так, зубов, в итоге мне нужно 25 зубов, да я 10 взял, ну я, наверное, вот сюда смотрел, 10 зубов, и я уже такой, твою мать, да пошли вы, где я вам зубы найду, а потом уже по веке пошарился и нашел, где зубы там добывать. Ой-ой-ой, ну пару спина, это вообще изи-бризи, они сейчас у меня там добываются каждый раз, когда я их убиваю. Сердца Гиги тоже вообще изи-бризи. Ну, в общем, сердца добывать, зубы добывать, ну и, собственно, лутевич добывать с фиолетовых дропиков. Ну, а там, глядишь, уже... О, кстати. Что? Ты серьезно? Офигеть, Enchanted. Это как альфа. Классно. Я ап на себе последний левел. Потому что, видите, у меня чибика, мне не хватает. Мне нужен еще левел плюс один. То есть с 6-го левела его добить, чтобы... Ну, блин, я так быстро прокачался. Я вроде бы только одного или двух всего лишь сам завалил. То есть, если бы трех, то у меня бы уже было, сейчас был бы 4-го левела. Офигеть! Ну, в общем, я думал, я не добью, а тут добить еще изичнее. Ну, собственно, я на это рассчитывал. Такая вот фигня. В общем, меня все устраивает. Ах ты ж, я сюда тпхнулся. Блин! Мне надо будет сейчас к щиту вернуться. Забыл. К щиту надо вернуться и поднять его. Опять сейчас сверху упадет новый дроп и сломает мне сраный щит. Ох, господи, такая вот фигня. Короче, что самое главное я вам хочу сказать, давай графика прогружайся. Что я самое главное могу сказать? Во-первых, ну конечно же, всех с Новым годом, всех с прекрасными праздничками еще раз поздравляю. Ну, как говорится, с Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю. А вот. Играйте в хорошие игры. Не так. Играйте в те игры, которые вам нравятся, потому что для вас они являются хорошими играми. Не будьте говнюками, тем более не будьте читерами. Ну... Как бы культурнее сказать про читеров я не могу. Вот. И что еще? Не будьте токсичными в этом году. Токсичности в этой жизни и так полно. Веселитесь, радуйтесь. Ну и что еще? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, конечно же, делитесь моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого, здоровья. Всем пока.